Начало 22 века ознаменовалось двумя обстоятельствами, которые изменили судьбу человечества. Во-первых, степень прогресса в сооружении телескопов позволила изучать планеты с других систем на микроскопическом уровне. Во-вторых, был открыт новый вид небесных тел — зеркальные планеты. Спрятанные в темноте пространства, эти планеты состояли из полированного металла, от поверхности которого отражалась вся Вселенная. И среди неисчислимых галактик, систем и планет также отражалась Земля. Свет, излучаемый от Земли, преодолевал длинный путь. Так что на планете, отдаленной на 50 световых лет, стало возможным увидеть Землю столетней давности в мельчайших подробностях. Во Вселенной были открыты тысячи зеркальных планет, и история Земли на наших глазах лишилась загадок. Наши предки смотрели на звезды, чтобы узнать будущее. Отныне мы будем делать это, чтобы узнать о нашем прошлом. Эти слова дали начало новой науке, астронастории. Изучая земное прошлое, появилась возможность проверить события, теории и ответить на вопросы, веками задававшиеся человечеством. Почему исчезли динозавры? Строились ли пирамиды инопланетянами? Правдива ли теория эволюции? Воскрес ли Христос на третьи сутки? Эти таинства передавались сыновьями от отцов из поколения в поколение. Они вдохновлялись былинами, началом войн, вселяющих страх в сердца людей. У них была надежда. Теперь ответы вкладывались в головы детей в начальной школе. Все ответы получены, все пробелы заполнены, и все тайны раскрыты. И с каждой раскрытой тайной человечество теряло нечто. Теряло любознательность, теряло возможность воображать, мечтать, верить. До тех пор, пока не остался один вопрос. Почему мы здесь? Каково наше предназначение? Ответ оказался ужасающе доходчивым. Мы здесь, чтобы интересоваться, воображать, мечтать, верить. И если однажды последняя тайна падет, то человечеству не останется ничего, кроме как исчезнуть. Озвучено релиз-группой Advox Film. Переведено группой Short Film Theater. Роли озвучивали Мария Субботник и Юрий Сиадир-Орлов.